Де Йонг. Де Йонг пока что располагается ближе к одному из флангов. Его излюбленная позиция, она, конечно же, Бускетсу принадлежит. И, ну, в ближайшее время вряд ли что-то изменится. Де Йонгу нужно приспосабливаться и нужно пытаться приносить вот так пользу команде, как он сделал на второй минуте после его передачи. Забивает во втором матче Фати. Во втором подряд матче забивает 16 шансов. Никто, конечно же, при этом даже не предполагал, что этот шанс выпадет Фати. И Фати вот так себя проявит. Его третий выход в составе Барселоны. И второй гол забивает этот 16-летний талант. На второй уже минуте после передачи Де Йонга вколачивает мяч в сетку ворот.